Югор, большое спасибо за донат с текстом типа хэштег softporn. Ну, в принципе, да, но тут что-то посерьезнее было более-менее. Но в целом, конечно, весь такой контент строится на сексплотейшн нелегком и всему такому. У нас опять страшные лаги, к сожалению, на стриме. Секунду. Так, вроде заработало. Слушай. Классный голос. Ну, здесь, как бы, по шкале кринжа от нуля до Саши Капустиной, наверное, ну, чуть-чуть есть, то есть три, но в целом, ну, нормально. Нет, смотри, здесь полностью переаранжировано авторским. И, ну, голос, наверное... Я не знаю, скорее аранжировка сделана под голос, чтобы все подходило. Но в любом случае оно как бы сочетается. Вот помню, такой... То есть вот так немножко есть этого, но... Ну, типа, в целом это хорошо. То есть для симпов, но, ну, прилично. У нее был какой-то очень ужасный кавер совместно с кем-то, по-моему, с кем-то из наших даже. Но я не помню, какой. У меня была реакция. В целом у нее даже что-то приятное, по-моему, было. Ну, тут, типа, то да, то нет, как вы понимаете. Но аранжировка очень интересная, надо признать. Типа модернова так. Может, не Саймори, что-то еще у них было, я не помню. По-моему, Саймори, да. Сейчас посмотрю. Вот интервалы очень пиздатые здесь. И в данной аранжировке они уместны. А, на System of a Down кавер. Вместе, да, Саймори. Вот это пиздец полный был, вообще ужас. Ну там еще самое ужасное там сведение было. Рейтми я, по-моему, не видел. Спасибо, Графотов, он... Соло почти не слышно. Вообще, я сейчас даже добавлю. У меня просто наушники, которые... А все равно. Я, типа, проверял на каких-то... Ну, на какой-то музыке. Там, гитара всегда плоховато в них слышно. Там 2500 где-то. Вот так. Придушенным. Я посмотрел стендап... Эдди Мёрфи недавно, он там изображал, типа, итальянцев. Эй, чувак, эй! Эй, чё тебе надо? Эй, йоу, чё тебе надо? Как-то смешно прикалывался над ним. Типа, что они яйца все время трогаются. Йодли, кстати, обратите внимание. Типа чуть-чуть есть, но насколько аккуратно сделано и насколько это
не стыдно. То есть у нее больше такой вот, типа, вот это чуть-чуть, ну прям тоже, и прям совсем щепоточка так добавлена, то есть немного, нормально. Это то, что, ну, наверное, немножко смущает, но то, что в целом вполне терпимо. Так, у меня тут второй монитор, к сожалению, еще тоже немножко говнится. Ох, как поет, только заебись. Хорош. Еще бы вот так вот сделала. Ну, в октаву было... Ну, трипл. Вот это прикольный момент. Круто. Вот это охуенно, прям пиздато. Какие-то иностранцы начали забегать иногда на реакты. Я не знаю, что они смотрят, ни хрена не понимаю, если я сижу, типа, ты... Мне надо жестами показывать, типа, что мне нравится на всякий случай, или что? Что мне теперь делать? Я субтитры не собираюсь делать. Конечно, лучше Дианы. Типа, ну я тебе говорю, это... Но, с другой стороны, кстати, действительно правильно ли Роял отметила, что что-то общее есть. Что-то общее, типа, действительно есть. Но... Ну, это не стыдно, как... Я не знаю, как вам объяснить. То есть, просто здесь хорошо сделаны йодли. Здесь есть манерность такая немножко, ну, немножечко, прям чуть-чуть меня смущающая. Но в целом... То есть, я не стал бы это, типа... Блять, не знаю, молиться там на нее, не знаю, восхищаться, говорить, что боже, посмотрите, какая же она невероятно талантливая. Короче, буду ее симпом, стану ее патроном на Патреоне, там еще что-то. Буду просто сидеть и вместо порнушки открывать эти видосы. Но в целом это, типа, вполне не стыдно. Но при этом я не могу найти у нее ничего еще, что мне бы нравилось. Я не могу вспомнить, какие-то были у нее, по-моему, кавера, которые прям... Или, ну, допустим, меня иногда может удивить выбор песни. То есть одно дело, когда есть, ну, понятно, там, Down with the Sickness, там, еще что-то. Но тут еще бывает... Ну, вот это полное говно, вообще просто жесть. Это что-то прям очень рарное такое проскакивает. Не знаю, Audio Slave, например, интересно послушать, может быть. То есть, типа, когда, с одной стороны, понятно, ей нужно делать что-то максимально такое, как бы, популярный альтернативный рок, но клево, когда все-таки, ну, не знаю, Alice in Chains Nutshell, да, допустим, то есть что-то, что явно наберет там не миллион просмотров, короче, и не 6 миллионов, но при этом, что просто достойная музыка. Это радует, когда такое тоже делается. Stone Temple Pilots Splash, интересно, кстати, как у нее вышел. Ну, то есть вы шарите, да? Типа, на этой песне будет 100 тысяч просмотров, на этой миллион. Просто потому что, ну, блядь, эту песню слушает вся школота, короче, а эту песню слушают только те уже, кто дошел до этого. То есть даже в этом случае. Поэтому... Такие каверщики всякие, или... Да и в целом любой артист, он немножко заложник всегда. Вот этого выбора между тем, чтобы охватить наибольшее количество людей, или все-таки сделать что-то... такое очень достойное. Ну, не знаю, здесь, короче, здесь, в принципе, наверное, это там миллион подписчиков, ну, оправдан, более-менее заслужен и так далее. То есть, неплохо. Вот. Ну, конечно, бывает и получше.